raped. That's nice. Come on, man. Damn, you alright? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, dawg. Ну, вот такое начало серии. В принципе, следовало ожидать, конечно, разрушить чужой дом, да еще какого-то мафиози местного. Вот, поэтому все, конечно, логично. Посмотрим, что будет дальше. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. You don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta whoa, Heights. Whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Ну что, для начала, в принципе, нужно либо к Лестеру, либо к себе домой. Ну, Майкл в полной жопе, поехали к Лестеру лучше сразу. Так, по всей видимости, вот здесь вот машина стоит недалеко. Немножко пробежимся, ему полезно. Так, давай-ка съедем к Лестеру. О, тянет вертолета. Жизнь кипит. Ну, зашибись, его только не хватало. Так, эй! Майкл, I'm looking through my appointment book, and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc, you know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Теперь Майкл может посетить доктора. Так, хорошо, ладненько. Давай мы тогда все-таки поставим меточку. Ехать-то нам не так уж и близко. Дабы не блукать, сейчас попробуем проехать. 2,6 километра. Блин, как отсюда выехать-то? Ладно. Поедем мы вот так. Ну, на своей любимой одежке. Так, что там еще? Ты дура еще жива? Ясно. Рука у нее слабеет. Для чего как? Ладно, погнали. Ее потом утопим. Так. Сейчас надо решить вопрос с деньгами. Майкл в полной жопе. Вот, я так понимаю, его до Лестер поможет. Что они тут ездят, как хотят? Ну, только могут, в принципе, вместе с этого выпутаться. Лестер что-нибудь получит, я так понимаю, свой процент. О, я вообще туда поехал. Ну, это же Ауди. В переводчике. Так вот, им только вместе надо. Поэтому сейчас мы найдем Лестера. Помощь нужна. Бляха-муха. Нам тоже нужна помощь. Что, опять я не туда? Ну тут теперь туда? Что я такой GPS галим? А, тачка классная, GPS какой-то. Отлично, мозги пудрит. Что за пробки? Мы тут не можем, да? Сейчас покажу, как надо выезжать. Вот так, погнал. Направо нам показывает навигатор, да? Ну давай, на желтый поехал тоже, да, чувак? Ну, на быхе, да. Неудивительно, да?
Любители, да. Так, ну что. В принципе. Опа. Ну как видели. В принципе, разгоняется хорошо. После четвертой передачи где-то у нее хорошо подхват идет, но. Как видите, тормоза, конечно, уже после. Не знаю, третью на четвертую передачу тормоза уже начинают шалить. Явно она будет не гнать. Ну, пока бабла нету. А мы уже вот и подъехали. Пойдем посмотрим, что за Лестер. В принципе, в роликах-то я его видел. Вот, ну будет интересно познакомиться так вот как бы лично. Камеры на домах. Все супер. Ну, пойдем глянем. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Прикольные наклейки. You weren't very dead. И камеры везде. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this, fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag. Да, классно делать. Like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Ну, еще я с матерью. Ему уже внуков пора иметь в этом возрасте. Он дома тут, он мухи летают. Зомби, какие-то видео. Please excuse me. I've got something shameful. Да, класс. Ладненько, сейчас, значит, мы так и понимаю, едем еще переодеваться. Одним рюкзачком тут, конечно, у нас не прокатит. Да? Ну, давай попробуем. Я уже хотел сказать, где эта тачка-то. Блин, почему на карте не обозначается? Ладно, давай. Кстати, кто будет смотреть это видео, вы там комментируй как-нибудь там. Ну, комментируйте там, оставляйте свое мнение. Будет интересно посчитать, как вы это проходили вот в данный момент миссию. Вот что у вас, как получилось, не получилось. Понравилась вам эта миссия, нет. Будет интересно посчитать ваше мнение. Так, ну что, 2.36 километра. Поехали. И мы поехали. Конечно. Да не вопрос. О, это точно. Так, ну что, погнали. Я тут понимаю, это надо мне перестроиться очень аккуратненько. Вот так вот, да, по диагональке. Ну, она уже здесь Илюшка хорошо так подхватывает, но... Она еще вроде как-то старается обороты набрать. Но, конечно, тормозов тут уже никакие. Вот, поэтому... Особенно... шатает ее, когда если тормозишь, поворачиваешь ее, пытается развернуть, но не так, как на вот, машине его
жены, там вообще, блин, чуть тормоз с поворотом сразу разворачивает. База немножко подлиннее, она, видно, устойчивее в этом плане. И там, походу... Кстати, а что тут с приводом-то? Подождите-ка. Ну да, заднеприводная. Наверное, все-таки из-за базы, из-за веса. Здесь в этом разница. Так, ладно. Сейчас будем. Так, ну что. 500 метров осталось. Оп. А где тут стать-то? А вот магазинчик. Хрен с ним, давай так прокаемся. Я же не мешаю. Так, ну что? Ну давай, чё стоишь? А, excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? All right. Ну, давай посмотрим. Шорты не шорты, а вот верх мы какой-нибудь доприкупим. Чё ему это хорошо? Давай что-нибудь поярче. Yep, that's as youthful as you're gonna get. Да. Шорты, давай шорты посмотрим. Чё тут у нас есть вообще? Шорты сразу с кроссовками, да? Ай, давай так. Dignity aside, I think that might just work. Ну, спасибо, поддержал. Good luck. Спасибо. Теперь до офиса. Ну, погнали. Ты посмотри, какая у меня тачка, ё-моё. Не все потеряно в этой жизни. Так, ну что, давай так... Разворот. Вот здесь как раз проскочим. Ну, почти. Лестер. Алло. Майкл. I'm all dressed up. Now, you wanna run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They're just gonna let me in? Boy, wouldn't they if you looked the part. Hang around till someone opens the door. Act entitled. Fine. Как мы прямо, а? Это экшен. Ну что же, осталось совсем мало, уже меньше 400 метров. Так, сейчас посмотрим. Где-то возле следующего здания, да, за перекрестком. А, мы вот здесь вот немножко снарушим. Двойную сплошную. Все. Направляюсь к черному ходу. Хорошо, давай. Давай, быстрее. А попасть-то как? Карточки нету. Ясно. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh my, you know, what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke break's about up, so. Wait a minute, do I know you? Yeah, I think so. I T-Temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. Ah, you gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Invaders, Yoga Zone, Tech Suite. I'm turning consultant when we release. Consulting consultants. Плакаты разные. Прикольно. Ну, давай поднимемся. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out.
I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Ясно. Really? Ну, давай пойдемте тут у них. Плакатики. Ну, помещение, в принципе, здоровое. Надо стараться, конечно, себя, наверное, писать. There you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is a filthy hard drive, понятно. Bro. Закрыть все. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Click the NSFW link, bro. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start him early, bro. Оба. You got your best stuff in your 20s. There you go. How about I run the antivirus software? And we scan. There it goes. Wow. Your job is actually kind of stressful too, ain't it? Уничтожить. Ну что, на счет три. Раз, два, три. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work? У него, конечно, и предпочтения. Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. You should be eliminated. Очень два придурка таких же, ясно. Ничего нас не запалит, так вот взяли, пошли, ну, типа техник, да? Ну пошли. Да, что там положил, да? Какую-то плату заложил. Ясно. Блядь, рюкзак ты брать не будешь? Придурок. Куда ты вышел? Так, ладно, хорошо. Что они там делают? Гитар Hero, они что ли? Ладно, все, покидываю. А, зашибись, не. Спортом занимаются айтишники. Ну, это в их стиле. Ладно, пойдем. Так, куда еще не жить? Какая-то истеричка на этаже. А, привет. Выпустишь? Да, спасибо. Не спрашиваю, как сюда попал, но при этом выпускаю. Так, где же эта машина-то моя? Где моя машина? Эй! Народ! Лестер! The things in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry. The phone is rigged. And what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Now, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Так, что делать-то? Домой отправляться? Ну, давай, поехали. Куда это? Домой. Походу, домой. Так, ну что, 600 метров, это, конечно, для нас плевок. Давай, сейчас 5 секунд и там, тем более на такой-то тачке, только главное тут за трафиком сидеть. Что, поедем домой, поедем вот так. Смотрим трансляцию. Один налево, второй налево. Хорошо. Ну-ка. Что тут у нас? Все отлично открывается. Мини-купер стоит. Дочка, наверное. Подожди, давай я в гараж поставлю. Чего уж ты? По-людски. Ни хрена, чтобы краска слазила, правильно? Сегодня день-то жаркий. О, какой классный гараж, чтобы она на улице стояла.
Даже что-то играет. Подожди. А где кто телек смотрит? А, дочка. Oh my god, you guys are so lame! Out. No, I'm watching Fame or Shame! A fucking tits! Get up! Ни хрена не изменилось, да? Дети растут, а то же самое общение в семье. Где там? О, каналчик. Вот, Джей Норриса. Встречаем. Ну, встречаем, что? Дождитесь момента, когда Джей Норрис достанет опытный образец телефона и позвоните ему. Хорошо. Ждем. Ну, как все разработчики раздувают, а в итоге хрень получается. Открыл доступ миллиардам. Этим еще хвалится. We have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years. Средний возраст. It's revolutionary. Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. Дочить, да, дочить. Ну, классно, знак показал. Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever. Подожди-ка, ну давай позвоним сейчас. A small, personal, computerized device. Давай попробуем. Now you're going to be able to stay docked 24/7. Давай позвоним. Hold on a second. Ага, давай. Someone's trying to dock with me. Hello? Ух ты, ё-моё! Хрена себе! Вот это да. Лестер придурок. Ни хрена себе он что задумал. Бля, это получается прямая трансляция и мозги на вылет, да? Ну, Майкл, ты круто, конечно. Что у нас там написали? 50%? Ну, хрен с ним. Майкл может переодеваться. Да, вот так вот просто информация после такого-то. Конечно, Лестеру звонит-то. Лестер, ну? Лестер, that was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score? Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Ну, вот такие дела. Так что, в принципе, можно даже и поторговать здесь будет, да? Ну, ладненько, неплохо для этой серии, я думаю. Здесь мы, конечно, прервемся, вот. Потом уже, наверное, конечно, мы поедем к Лестеру. Поговорим еще раз об этом деле. О, смс-ки пошли. Угу. Спасибо, да, Мартин. Обрадовал еще раз. Все, то до новых встреч. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь, комментарии оставляйте, будет приятно почитать. Встретимся в новом видео. Пока!